Приветствую вас всех на моем канале Logic Capital. Сегодня мы поговорим о самом продукте Manta Network, а именно о их кошельке, который сейчас находится в стадии теста. Еще в 2021 году, 10 декабря, насколько я помню, запускалась первая версия с обновлением 28 декабря. И сейчас, буквально в середине или конец марта, они объявили о том, что они собрали достаточно большое количество положительных отзывов. Если посмотреть на их сайте и в их Discord-канале, по-моему, больше 598% довольных пользователей. Это редкость на стадии тестнета. И они сейчас готовятся, собственно, вторую версию тестнета. Вообще, давайте разберемся, что такое тестнет и для чего его проводят. Его проводят, собственно, сам процесс разработки подобного продукта, то бишь кошелька, это достаточно длительный процесс, где каждый недочет или каждая мелочь может привести к серьезным последствиям, когда продукт выйдет на рынок. Только там уже будут не тестовые монеты, как это выглядит сейчас, а настоящая криптовалюта, то есть деньги людей, и рисковать такими вещами нельзя. Для этого делаются тестнеты, как правило, несколько стадий. И еще такой немаловажный момент. Многие, кто тестирует сеть подобных продуктов, в частности Massa Network, могут получить какие-либо реварды впоследствии. То есть какое-либо вознаграждение, либо в виде токенов, либо каких-то приоритетов, либо еще чего-то. Давайте перейдем на их сайт кошелька. И мы видим, что нам здесь нужно будет установить какие-либо расширения. Если это потребуется, я оставлю их в описании. И мы попадаем на страничку самого кошелька. Одним из главных преимуществ Manta Network, многие пользователи, которые тестировали сеть и кошелек, отмечали простой интерфейс. И это правда так. То есть здесь нет ничего сложного. Здесь любой человек, в принципе, может разобраться. Здесь слева в контекстном меню мы видим, что можно отправить свою крипту, уже попробовать. Можно попробовать ее свапнуть в своем же кошельке. Помимо того, что было много положительных отзывов о простом интерфейсе, также было много положительных отзывов насчет скорости работы внутри самого кошелька. Что я вам советую сделать сейчас, это зайти, собственно, на сам тестнет, попробовать самостоятельно произвести какие-либо операции. Я думаю, это будет полезно как вам, так и продукту от Manta Network. И даже, возможно, может получиться так, что за ваши несколько простых действий вы можете впоследствии получить какие-либо реварды, какие пока команда не уточняет, но я думаю, что скорее всего, это будут либо токены проекта, либо какие-то другие. Надеюсь, вам это было полезно, интересно. До новых встреч!